Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу приготовить кабачки с чесноком в кляре на сковороде. Для этого мне понадобится, но я возьму вот два молодых кабачка, которых даже не нужно очищать, кожуру я имею в виду. Три зубка чеснока, соль, перец, растительное масло для обжарки, для кляра. Можно взять все, что у вас есть. Захотели кефир, захотели йогурт. Я взяла 100 граммов сметаны. Надо 100 граммов взять кефира, йогурта, сметаны, муку для того, чтобы запанировать кабачок. Два яйца сюда же пойдут. Итак, сейчас я сначала нарежу кабачки, а потом буду готовить кляр. Итак, берем вот кабачок, он у нас достаточно длинный, поэтому я его разрежу на половиночки и буду резать толщиной, слайсы толщиной 1 сантиметр. Вот, и так далее, значит. Итак, кабачки нарезаны. Сейчас я буду нарезать чеснок. Вот у меня три зубчика. Я их буду мелко нарезать. Итак, чеснок я нарезала мелко. Вот так вот я размешала равномерно наш кляр. Он готов. Кабачки пусть еще немножко постоят, просолятся. И мы начнем жарить наши кабачки. Я взяла тарелку, постелила бумажные полотенца, чтобы готовые уже кабачки выкладывать, чтобы стекал лишний жир. Сейчас я включаю газовую плиту. Сковороду я уже, можно сказать, разогрела. Наливаю масло. Масло уже разогрелось. Я беру кабачок и сначала обваливаю его просто в муке. Затем окунаю в кляр. И слив лишний кляр, я отправляю в сковороду. И так со всеми остальными кабачками. Первые кабачки уже можно переворачивать. Вот так наши кабачки будут обжариваться. Первые кабачки уже обжарились со всех двух сторон. Вот так вот они уже выглядят. И я выкладываю их на бумажное полотенце, чтобы они стекали, чтобы лишний жир с них стекал. Вот так вот выглядит. Конечно, обжариваю я на среднем огне. Огонь я уменьшила, чтобы кабачки не пригорели. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже готово. Пока выкладываем другие кабачки.
чтобы кабачки лучше прожаривались, я накрываю крышкой. И, как я уже говорила, огонь небольшой, чтобы кабачки не пригорели. Пока дожариваются последние кабачки, я приготовлю соус для этого блюда. Вот я беру сметану. Можете взять кефир, йогурт, все, что у вас есть и все, что вы хотите. Сейчас я нарежу туда чеснок. Чеснок сюда. Возьму немного зелени. Здесь у меня петрушка и укроп. И зелень сюда сейчас нарежу. В той пропорции, в которой вам больше нравится. Ну, естественно, надо постараться порезать мелко. Отправляем зелень и второй зубочек чеснока к нашей сметане. Теперь уже это соус. Теперь солим. Каждый это делает по своему вкусу, как он считает нужным. Перчим. Ну что, соус готов. Я его поставлю сейчас в тарелку кабачкам и сниму оставшиеся кабачки. Вот так. Вот такой соус у нас получился чудесный. Кабачок полностью прожарился под крышкой на медленном огне. Вот я его сейчас попробую. Полностью прожарился. Очень вкусно. Вкусное блюдо — кабачки с чесноком, обжаренные в кляре на сковороде, готово. Я подаю его с соусом со сметанным и с зеленью и с чесноком. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!